первый раз в первый класс. Речь идет о Владиславе Клочко, которому через день предстоит познакомиться со своими товарищами по школе, с первой учительницей и, возможно, получить первые отметки. К подготовке ко Дню знаний семья Клочко подошла со всей ответственностью. Все необходимое куплено, уверяет мама Светлана. Осталось дело за малым – насладиться последними летними днями перед волнительным мероприятием. Все время работа, работа, а детям некогда уделять внимание, а тем более первый класс – это очень как бы ответственный такой, ну, праздник как бы для семьи и вообще. Поэтому это очень хорошо, что Беларусьбанк проводит такую акцию. Очень мне нравится, я очень рада. Акция «Дети идут в школу» проводится в Бресте, регионе уже в 9-й раз. За это время мероприятие успело стать традиционным и приобрести большой масштаб. Его главные организаторы – профсоюзные организации всех уровней – первичные, районы, городские и отраслевые. В рамках акции была организована развлекательная программа. Ребятам раздали билеты на аттракционы, а также продуктовые наборы. Наниматель Беларусьбанка выделил определенную сумму денег для того, чтобы сегодня с первоклассниками провести много различных соревнований, поздравлений, чтобы они почувствовали, что не только их родители заботятся о том, чтобы они счастливые, довольные, пришли, обеспеченные в школу, но и также, конечно же, поддержка всех наших общественных организаций. И это, конечно, в первую очередь наших профсоюзных организаций, а также женских организаций. У нас эта традиция уже как бы работает давно, давным-давно, и мы проводим ежегодно вот эту акцию. Вот. Чествуем, поздравляем деток с этой ступенькой. Вот. Ну и по программе, как бы вот у нас здесь намечено сегодня с детьми, это аттракционы, программа, значит, развлекательная. В этом году на подготовку детей к школе Брестское областное объединение профсоюза выделило из своего бюджета 1000 деноминированных рублей. Особое внимание уделили мальчишкам и девчонкам, идущим в первый класс, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и детям-сиротам.